Откройте двери! Люди! Откройте! Люди! Толь, ты Быстрова не видела, я его весь день найти не могу. В архиве давно уже. Дай печеньку. Бери, я больше не хочу. Спасибо. Ты что здесь делаешь? Да... Бумажки накопились, вот разбираю. Почему здесь? Я не хотел тебе мешать, ты вроде собиралась допрос свидетелей проводить. Забыла? Да, я вообще часто забываю о несуществующих допросах. Быстров, ты же не из-за вчерашнего меня избегаешь? А, ты здесь прячешься, что ли, от меня? Быстров, ну что за детский сад? Я же не собираюсь тебя преследовать. Мне самой не нужны сейчас отношения. Тем более с тобой. Поддерживаю. Ну, раз у тебя никаких допросов не намечается, я пойду в кабинет. Блин. Что случилось? Да, мне документ надо забрать на другом конце города. Забыла совсем. А я без машины. Давай я тебя после работы довезу. Спасибо, Тём. Очень выручишь. А там нет ничего. Блин, Толь! Ну ты сказал, ты больше не хочешь. Да если женщина говорит, что чего-то не хочет, это же не значит, что так оно и есть на самом деле. Слушай, у меня там конфеты еще есть, подожди. А? Сколько они у тебя лежат? Ну а что им будет-то? Полин, извини, не получится тебя подвезти. Я совсем забыл, обещал маму к врачу отвезти. Она сейчас подъедет через полчаса. Без проблем, возьму такси. А, я за рюкзаком пойду. Не хочу я твои старые конфеты. Что, у нас убийство? Нет. Что ты меня вызвал? Да что, срочно? Я же все дела побросала. В такую жарищу неслась, я чуть не померла. Ну, я думал, мы с тобой погуляем пойдем. А? Погуляем? Да. Это что, сюрприз какой-то? Ну, не хочешь погулять, пойдем в кафе. Что такое случилось? Мам, не хочешь в кафе, поехали домой. Это ж надо додуматься, а, вытащить мать из дома в такую жару. Это что за прогулки у нас такие? Мам, ты сама попросила выключить кондей. Ну, правильно, меня от него продует, и все. Фу, дышать прям нечем, а. Как дужечек прошел. Да, Толик. Артем Дмитриевич, убийство. Ну, просто, чтобы вы в курсе были. Полина сказала, что вам к врачу срочно надо, она прикроет. Я приеду, скинь адрес. Принял. В смысле к врачу? Да ерунда. Какая ерунда? Ты полгода отказываешься сходить к глазному? А тут ты идешь к врачу, еще и Полина тебя прикроет. Что случилось? Что-то серьезное, что ли? Мам, нет, ничего серьезного. А почему Полина знает все о твоем здоровье, а мать нет? Мам, при чем здесь Полина? При том, что сейчас речи о ней было. Речь шла о врачах. Вот именно. Чего у тебя нашли? Мам, ничего не нашли. Нет никаких врачей. Толик неправильно понял. Ну как нет? Ты сейчас только сказал про врачей. Господи. Ой.
У меня ж неделю назад была диспансеризация. Господи, что они у тебя обнаружили? Отстань. Господи, и ты позвал меня погулять, никогда так не делал. И кафе это еще. Ну, так же делают, когда хотят успеть сказать то, что, ну... Скажи мне правду, ты что, умираешь, что ли? Мама, ты немедленно прекрати нести эту чушь. Иначе я тебя отправлю домой, и никакого убийства. А как же маму к врачу срочно? Администратор позвонила. Мамин врач попал под машину. Насмерть? Не криминал? Сломанная нога и административка. Переходил дорогу в неположенном месте. А тут что? Завадский Максим Сергеевич, 38 лет. Смерть наступила в результате повышения общей температуры тела до критической. Дверь парилки была заблокирована снаружи, а температура повышена до максимума. Кто обнаружил тело? Его друзья. Они в холле приехали к 7. Говорят, именно на это время с Завадским мы договаривались, но я их еще не опрашивала. Но зачем ты пришел раньше? Привет. Привет. Соф, надо бутылки на отпечатки проверить. Ага. Где его вещи? Вот. Да мы всегда по средам всем собирались. Не знаю, почему Макс раньше приехал. Кто еще узнал о том, что вы здесь каждую среду? Да кто угодно. Это ни для кого не секрет. Как Макс к нам в хоккейную команду пришел, так пошло, мы всегда вместе. Иногда кто-то еще из мужиков к нам присоединялся. Как обнаружили тело? Я парковался, смотрю, Серега идет. Вместе зашли. Обычно надо позвонить, чтобы дверь открыли, а тут дверь была не заперта. Администратора на месте не было. Ну, мы прошли, смотрим, вещи Макса лежат. Я позвал, а потом вижу, дверь в парилку скамейкой приперта. Мы туда. И мы его вытащили, а он уже все. Я там закончила, но мы еще здесь ждем труповозку. Администратора нашли? Да, она приехала минут через 10 после того, как нашли тело, но ей плохо стало, вывели на воздух. Что еще можете рассказать про Завадского? Нормальный мужик, вот такой. Бар у него свой на Арбате. Жена Алена, сын Пашка. Да вроде как не жена. Они разводиться собирались? Собирались или развелись? В процессе были. Там Алена что-то взбрыкнула, но Макс надеялся, что передумает. Развестись не успели, а значит, жена получит и бизнес, и недвижимость, и все сбережения, а не половину. Это хороший мотив. Да. Иди, я догоню. Хорошо, администратору Басвина. Давай. Что, по галерее и направо. Давай, давай, быстрее. Да. Так. Ой, каждый раз, а. Ой. Бедняжечка. Так. Мне вообще отлучаться не положено. Но Максим Сергеевич, он сказал, документы важные в баре своем забыл. Попросил привезти, чтобы ему самому потом не мотаться. Сказал, приедешь в бар, тебе управляющий папку передаст. Не хотел курьерам доверять. Я не могла ему отказать, он постоянный клиент. Чаевые всегда хорошие оставлял. И это недалеко. А где папка, которую вы из бара забрали? Вот. Камеры в помещении есть? Нет. Некоторые клиенты очень ценят приватность. Завадский тоже ценил? Он как раз никогда никого не водил.
и друзья его. Они только париться приезжали. И еще были банковские выписки, и это, наверное, касается его бизнеса. А, ну как сказать, он сейчас в процессе развода, значит, делит имущество, деньги. Все может указывать на жену. Что еще видела? Еще видела много номеров телефонов. Запомнила какие-нибудь? Как запомнишь их? Они там такое вытанцовывали. Зык-з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 ык. Мам, давай без аккомпанемента. Номера. Ну как? Так, как их запомнишь? Я не запомнила. Жаль. А может, это как-то связано с картиной вот этой вот, итальянцы этого известно, как его, Алессандро Пироголли, «Закатное море». Мам, подожди ты с картинами. У меня и так голова кругом. Значит, банковские выписки, телефоны. Что еще? Подожди, у тебя кружится голова? И когда ты чуть не врезался, у тебя тоже кружилась голова? А в глазах у тебя темнеет? Мама! Ой, все, все, прости. Что ты делаешь? Все, я молчу, все. Мне надо к вдове ехать. Давай, позже все обсудим. Не, ну подожди, ну только ты мне обещаешь, что ты мне все расскажешь. Мам, поговорю со вдовой и расскажу. Да плевать мне на вдову, я хочу знать все про твое здоровье. Значит так, езжай домой, постарайся вспомнить, что за вывеску с цифрой 5 на доме ты видела. И телефонные номера тоже. Вспоминай, все, до встречи. Ой, 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 что ж такое? Алена Владимировна, а когда вы видели мужа последний раз? Дней 5 назад он заезжал увидеться с Пашей. Давно вы живете раздельно? Чуть больше месяца. А почему решили развестись? Ну, вообще-то в разводе участвуют двое. По нашим сведениям, Максим Сергеевич разводиться не хотел? Ну, конечно. Зачем ему? Максим любовницу завел, все отрицал. Но женщины всегда чувствуют, когда им врут. Так вот, он мне врал. Чай, кофе? А, ой, извините. Алена Владимировна, не могли бы ответить чуть позже? Мне нужно включить очиститель воздуха в комнате сына, иначе он плохо спит. Максим тут все настроил, но тут все неочевидно, я иногда путаюсь. Вот, все, простите. Скажите, вы подозревали кого-то конкретного в связи с вашим мужем? Нет, и выяснить не пыталась. Где вы были сегодня с 6 до 7? В это время я была в кафе. У сына занятия с 5 до 7 под сюдо, и я всегда жду его в кафе рядом со спорткомплексом. Вам знакомы эти ключи? Ну, эти от нашего дома, а эти... Не знаю, может, это квартира женщины, с которой он не изменил. Завтра проверим алиби жены, но, скорее всего, это не она. Чё-то ты совсем бледный, сынок. Мам, нормальный я. Ну, просто устал. Ну, такое бывает, когда за полночь заканчиваешь работу. Mm-hmm. Ты узнала, что такое Анжи в доме номер 5? Нет. Разные варианты пробовала. Нет в Москве мест с названием Анжи. Добавки? Mm. Все точно. Отсутствие аппетита. Не мучай меня. Скажи уже правду. Мам, я просто наелся. Да ты что, кого хочешь обмануть-то? Это твои любимые котлетки, ты 2 штуки съел всего. Ой, ладно, все. Давай сейчас вот. На, пей. Что это? Пей, пей. Отвар из целебных уральских горных трав. Ну, ты что, ты знаешь, как полезно? Иммунитет поднимает, вообще от всех болезней лечит. Пей. Пей, давай не вороти нос, Тём. Совсем. Ну, у меня была щепотка только на экстренный случай. У меня от самого запаха уже живот свело. Ты сейчас занесешь это все в список симптомов. Ну, признайся уже матери, Тём! Мам, у меня нет сил на твои фантазии. Спокойной ночи. Ой. Ладно. Не хочешь говорить, я найду, кто мне все расскажет. Да, помню ее. Часто к нам заходит. И вчера вечером с 5 до 6 тоже была здесь? Вчера была, а во сколько точно, не могу вам сказать. Дело в том, что у нас с 5 до 7 горячее время, офисы вокруг закрываются и народу куча. Вы записи с камер лучше посмотрите. Я получил записи с камер в кафе. Жена Завадского во время убийства кофе пила. То есть мы без подозреваемых. А Гусев ждет после 3 представить первые выводы.
Я сейчас в бар Завадского, поговорю с персоналом, может, там повезет. Зачем вашему шефу вчера срочно понадобились образцы меню? Я сам удивился. Он позвонил, попросил штук 5 передать девушке, которая за ними подъедет. Я передал. У Завадского были враги? Я точно не знаю, но крутился тут один тип, походу, следил за Максом. Но он его знал. Кто кого? Ну, Макс этого типа. Я его один раз увидел в баре, второй, третий. А потом обратил внимание, когда Макс уходит из бара, тот идет за ним. Ну, я посмотрел по наружным камерам, нашел его, сделал скрин. Показал Максу, а тот посмеялся и сказал, пусть, мол, ходит, ничего он не получит. Ну, если Завадского не так сильно это волновало, почему вы так забеспокоились? Фотографию сохранили? Ну, откровенно говоря, я давно уже напрягаюсь по поводу нашего бара. Понимаете, я лицо материально ответственное. Нет, у нас все в белую, мы налоги платим, тут все четко. Ну, что? Работаем мы в ноль. После всех выплат прибыли никакой, а Макс очень широко любил жить. Но я думал, у него другие бизнесы есть, которые ему деньги приносят. Бар так, для души. Потом узнал, что никакого бизнеса у него нет. А бабки откуда? В лотерею выиграл. И когда этого мужика увидел, подумал, может, кредитор или чего хуже, полиция. Полиция хуже кредиторов. Конечно. Если это тип из полиции, значит, Макс левыми делами зарабатывал. А он не из полиции? Разберемся. Скажите, вам знакомы эти ключи? Нет, у нас таких нет. Если у вас есть какая-нибудь информация, которая имеет отношение к смерти Максима Сергеевича, прошу сообщить. Кто-нибудь из вас видел этого человека здесь? Нет. Нет, не видела. Он только что на улице курил. Вот он! Который? Да вот, на скамейке! Я попросил незаметно! Стоять, Следственный комитет! Чё думаешь? Стой, полиция, я сейчас верну. Куда? Стой. Ты куда? Стой! Мужики, отойдите! Да я из полиции! Самокат отдай, девушка. Я из Следственного комитета, а из-за вас только что преступник сбежал. А, ну извиняй, братан. Кто его теперь догонять будет? Ты. Извините, можно? Да, конечно. Ну так вот. То есть основного подозреваемого ты упустил? Нет, его ищет система распознавания лиц. Есть идеи, кто это? Нет, но Завадский его знал. Как и убийцу, судя по всему. Но не хотел, чтобы их видели вместе. Поэтому отправил администраторшу под надуманным предлогом. Есть версия, что это кредитор. Бизнес Завадского денег не приносил. Жена домохозяйка. До замужества работала в фирме секретаршей. Фирма называется Квайтенхон. Миллионерша явно не была. Так, если ты кредитор, и он причастен к смерти Завадского, почему продолжал ошиваться возле бара и после убийства? Не исключено, что кредитор связан с криминалом. А такие люди и после смерти Завадского будут трясти долг с жены или управляющего. Чего ты взяла, что это криминал? Я проверила банковскую историю Завадского. Из нее непонятно, откуда он взял деньги на открытие бара. Ни кредитов, ни займов, наследства тоже не получал. До открытия бизнеса был то безработным, то курьером подрабатывал, а тут вдруг ниоткуда взялась приличная сумма. Ну, жена ни о чем подобном не упоминала. Она могла не знать? Ну, как любовницу учуять, так пожалуйста, а как понять, что муж годами криминалом занимается, так догадливости не хватило. Ну, про такие вещи прямо редко говорят. И любовница, да про нее вообще ничего в его телефоне не было. Да женщины вообще никогда ничего прямо не говорят. Причем тут женщины, если мы говорим о Завадском? А это
Ладно, я мысль потерял. Да, как и подозреваем. А ты уж давай как-нибудь соберись, Быстров. Да. Есть одно соображение. Считаю необходимым проверить причастность Завадского к искусству. Ну, может, он был тайным коллекционером или перепродавал подделки. Ну, что-то в этом роде. Откуда вообще такая идея? Просто предположил. Может, мы еще предположим, что Завадский владел алмазными рудниками в Африке? Что за гадание на кофейной гуще? Мне нужны факты и идеи, основанные на этих фактах. Есть у тебя такие идеи? Нет. Но считаю, что к искусству могла быть причастна любовница Завадского. Но я же сказала, ни телефон про нее не знал, ни коллеги, ни друзья, никто. Это только версия жены. Вот еще одно ничем не подкрепленное предположение. Значит так, ищите любовницу и кредитора. И постарайтесь, чтобы к завтрашнему дню появились факты, а не домыслы. Все, свободны. Мне очень важная встреча. Татьяна Васильевна! Татьяна Васильевна! Да, Павел Михайлович, вы... Да... Опа! Это вам. Мамочка, да что вы творите-то, а? Ну, спасибо, конечно, мне прям неудобно, как будто у нас свидание. Ну, а как же, вы же сами предложили в парке встретиться. Ну, я ж по делу. А, по делу? Ну. Ну, я-то думал, ну, по делу обычно на работе встречается. Да, ну... Да. Что? Да я просто подумала, уж раз я вас оторвала от дел-то. Да. Дай, думаю, вытащу вас хоть на воздух, в парк, чтобы вы подышали, а то все по кабинетам, по кабинетам. Тоже надо думать о своем здоровье-то. Да, здоровье – это важно. Вот, кстати, о здоровье. Павел Михайлович, а вам как старшему докладывают о результатах диспансеризации ваших сотрудников? Ну нет, а зачем? Ну как зачем, ну, Павел Михайлович? Что такое, Татьяна Васильевна? Да что это такое-то? Что? У вас главный сотрудник при смерти, и вам все равно. Ну зачем вы так, Татьяна Васильевна? Да. Ну, был бы при смерти, мне бы доложили, у нас с этим строго. Правда, что ли? Да. Может, зря себя накручиваю, что ли? Конечно, Татьяна Васильевна. Да. Пойдемте. Павел Михайлович, да. Дорогой Павел Михайлович, а вот скажите еще, ну, вы как человек опытный, ничего странного в последнее время за Артемом не замечали? Ну, если подумать, ну, некоторые странности, конечно, есть. Так, так. Вот подозреваемого упустил и на совещании вел себя странно. Ну, обычно все четко излагает, Татьяна Васильевна. Все, я права. Все. Или заторможенные реакции, отсутствие аппетита, депрессивное состояние, лицо, мозговое, нарушение кровообращения. Все. А у вас медицинское образование есть? У меня интернет есть. Так, ладно. Что там у меня вот по клинике, надо понять. Есть же кто-то из докторов. Ну ладно, я пойду. Раз я больше ничего не нужен, так это, может, как-нибудь в другой раз. Не, подождите, подождите, Павел Михайлович, да вы что? Идите сюда. А? Нет, ну просто я же стесняюсь. Ну, я вас отрываю от работы. Ну, мне ж неловко. А если вы хотите, так и давайте вот, ну, погуляем вот здесь. Давайте. Татьяна Васильевна, а не желаете на лодочке прокатиться? Ой, Павел Михайлович, вы так уверенно гребете. Одно удовольствие за вами наблюдать. Да это что? Вот у меня на даче река. Вот там на лодке, да на рассвете. Как-нибудь приехали бы, Татьяна Васильевна. Да вы что, Павел Михайлович, вот эти рассветные катания, это не про меня, я же сова. Да? А закаты там еще красивее. Хм. А потом шашлык на природе. Это ж сказка. Ну, сколько же добираться до вашей дачи? Ну, поесть-то же мы можем здесь еще. Согласен. А давайте в городе организуемся, а? Только я в ресторанах не знаток, но мне посоветовали ирис. А, говорят, очень неплохой. Или ируканджи. Но он, правда, по дарам моря специализируется. Как вы сказали? А? Как вы сейчас сказали? По дарам моря, говорю. Название, название. По дарам моря. Название ресторана как? Ируканджи. Ируканджи? Ируканджи. Вы как вообще, Татьяна Васильевна, к этим морским гадам-то относитесь? Я из всех, которые вот в панцире, раков очень люблю. Но в ресторане их вряд ли правильно сварят. Тут особый рецепт нужен. Понимаете, те, кто думает, что достаточно подсоленной воды в раках, ничего не смыслит. Есть! Что? Точно есть! Дом номер 5! Я так и знала! Ай! А! Ой, это что такое-то? Ну все! Я утопила его. Давай, что? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! Ла-ла-ла! Вот, не волнуйтесь, Татьяна Васильевна!
Держите телефон. Спасибо. Телефончик. Ага. Не забирайтесь, не забирайтесь. Перевернете лодку, то я-то тут. Ой. А, хорошо, хорошо. Ой, мамочка. А. Ой. Мам, я дома. Так, Тём, я все выяснила, с чего надо начать. С МРТ головного мозга. Мам, можно я начну с того, что разую? Смотри, вот выписала все клиники, где МРТ работает круглосуточно. Да я даже обсуждать это не буду. Мам, тебе не лень было это выписывать? Ну нет. Слушай, надо сейчас ехать. Или утром. Утром. Мам, сейчас я пойду спать, а утром я продолжу искать любовницу нашего убитого. А если я тебе скажу, что мы очень продвинулись в поисках, у тебя найдется время для обследования? Чё узнала? Узнала. Нашла Анджи и номер 5. Это ресторан Ируканджи. Видишь? Я просто видела хвостик вывески. Видишь? Острякова 5. Вот. Ну, ёлки, а. Что? Глючит что-то. Чуть не утопила телефон. А вот. А еще была квартира. И в номере квартиры была цифра 8. Вот. А может, убитый или убийца как-то связан с этим рестораном? Или не с рестораном? Ну что, мы продвинулись? Завтра утром на МРТ? А? Тём, ну это же... Это вы двери ломитесь? А я из Следственного комитета. Здравствуйте. Здравствуйте. А, вы не видели этого человека? Нет. Ну, закрывайте дверь. Чего вы стоите? Алло, Полин, я тебе сейчас адрес скину. Приезжай срочно. Быстров, мы же с тобой, кажется, все уже обсудили. А? Но это было один раз. На эмоциях. Что? Это ключи от квартиры Завадского. А как ты ее нашел? Ну, официантка из бара его сказала, что видела его у этого дома. Ну, я решил проверить. Так, чисто на удачу. Быстров, какой ты все-таки талантливый следак. Я-то? Ну да, но я подумал, что это квартира любовницы, но ни одной женской вещи я не обнаружил. Может, Завадский ее снял, когда съехал от жены? Не, я пробил хозяина. Он ее уже 3 года снимает. Ну, может быть, у него давно роман или он разных сюда водил. Знаю, похоже на офис. Слушай, а у него в его вещах обнаружили ноутбук? Нет. Да. И в офисе в баре тоже нет. Жена сказала, что он все свои личные вещи забрал. Но не может быть такого, что у него нет ноутбука. Давай искать. Помоги, а? Есть? Что это? Чек на мебель. Диван и шкаф были куплены всего месяц назад. Как раз в то время, когда он ушел от жены. Выходит, что до этого квартира служила только для работы. Чем же он здесь занимался? Много телефонных номеров. Ну, я, кажется, знаю,
чем зарабатывал Завадский. Он был телефонным мошенником. Не вижу связи. Мошенники давно не используют сим-карты. Они используют виртуальную телефонию, она сама генерирует номера. Нет, они нужны для онлайн-банкинга. Куда тебе переводят деньги, должно быть много сим-карт. Звучит так же неправдоподобно, как версия с протайного коллекционера. Ну, Гусь у тебя в архив пошлет и будет прав. А тебе не показалось странным, что жена Завадского, которая подала на развод, якобы из-за измены, удивительно спокойно рассказывала про любовницу? Спокойно? Да когда она говорила, что муж ей врал, взглядом убить можно было. Вот именно, что врал. А про любовницу ли? Или про что-то другое? Вы только извините, у меня мало времени, мне скоро Пашу в школу забирать. Да я буквально на пару вопросов. Да, конечно, присаживайтесь. А на чем ваш муж зарабатывал? Ну, у него был бар, я думала, вы в курсе. Да, но бар прибыль не приносил. А я хочу понять, откуда у него были деньги. Может, от телефонных мошенничеств? Извините, я не понимаю, о чем. Готовите вы, судя по запаху, замечательно, а вот врете плохо. А воспрепятствование следствию карается законом. Вы знали? Знала. Поэтому и подала на развод. Почему сразу не сказали? Паша уже потерял отца. Я не хочу, чтобы он узнал, что его отец был преступником. Любая мать на моем месте поступила бы так же. И давно вы знали? Несколько месяцев. Максим как-то пришел домой весь избитый, ничего не рассказал. Я потом от Мишиной жены узнала, что они подрались с Иваном. Кто это? Ну, это его приятель. Они вместе играли в хоккей. И я бы не вмешивалась, просто Максим очень сильно пострадал. Он неделю с постели не вставал, я. Я поехала к Ивану. Хотела, чтобы он хотя бы лечение оплатил, иначе я пойду в полицию. И тут он мне рассказал, чем занимается Максим. Я не поверила, я приехала домой, бросилась к мужу, а он начал орать, что я не имею права предъявлять ему никаких претензий, что я все эти годы жила на всем готовом и ничего не спрашивала. Но я правда думала, что все это бар, честный бизнес, понимаете? Как ваш муж отреагировал на развод? Плохо. Он меня уговаривал одуматься. Говорил, что я сама не смогу обеспечить Пашу. Что я умею только полы мыть, до обеда готовить. Но лучше так, чем на ворованные деньги. И потом я очень боялась. Чего? Иван тогда сказал, что найдет способ остановить Максима. Я не знала, что он собирается делать, но я хотела, чтобы Паша был подальше от отца. Я должна была защитить сына, понимаете? Вам знаком этот человек? Да. Это он и есть. Иван Соколов. Здрасте. А мы к вам. Ну, хоры, 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 хоры. И так дел много, давай. Я сам. Поехали. 6 лет назад у меня мама заболела. Нужна была операция. Я собрал деньги. Уже подготовил все документы. Потом жене кто-то позвонил, мол, с вашего счета пытаются украсть деньги, нужно срочно действовать. Ну, короче, банально разводняк. Они же там одно и то же лепят. Она сама не поняла, как все произошло. Говорит, как в тумане все было. И она им все отдала. Ну, мама умерла. Вы подавали заявление? Да, конечно, подавал. Только никого не нашли. В тот день, я помню, Макс надрался сильно и начал хвастать, как он лохов разводит. Правда, кроме меня никто не слышал. Я, конечно, понимаю, что это не он мою жену кинул. Но такие, как он. Я думал, в тот день реально его убью, если мужики на шум не прибежали, не растащили нас. Потом-то я понял, что мама это все равно не вернет. Зачем вы следили за ним?
Хотел найти хоть какие-то доказательства, чтобы было с чем в полицию идти. Жена же тогда наличку сняла и отдала этим ублюдкам. Но я и подумал на подобном подловить его. Но не вышло. Где были вечером в среду? Ну, часов до 8 на работе, потом домой поехал. У коллег спросить, они подтвердят. Сынок, давай ужин на столе. Ага. Вот. О, борщичок. Давай. Ну, что там? Поймал бегуна-то? Да поймал-то поймал, но это не он. А что за суп? Вкус какой странный. Здрасте. Борщ твой любимый. Ты что-то добавила туда, что ли? Не начинай, Тём. Ешь давай. Что там по делу-то? Значит, есть большая вероятность, что Завадского выследил и убил кто-то, кого он на бабки разводил. Ешь, ешь давай. Ну, всех установить проблематично, потому как он этим не один год занимался. Да. Жена тоже ничего не расскажет, даже если знает. Я представляю себе, как-то вот узнать, что твой муж, отец своего ребенка, мошенник. Представляешь? К словам не цепляйся давай. Нам еще предстоит понять, как к ней подход найти. Как ее разговорить. А что за мясо такое? Просто обновленный рецепт. Мама. Ну, короче, Тём, это корень, это не мясо. Положи руки вот так. Пожалуйста, положи руки перед собой. И закрой глаза. Ну, тебе что, трудно? Ну, закрой глаза! И теперь прислушайся к себе. Вот что ты сейчас чувствуешь? Может быть, болит голова? Живот у тебя не болит сейчас? Сердце не покалывает сейчас у тебя вот? Мам, что ты делаешь, мам? Артём, это серьезно? Это целебный корень. Что? Вот, посмотри, купила у одного потомственного травника. Ты посмотри. Мама! Вот он. Его запаривают в суп. И тогда он подсвечивает, понимаешь, как бы подсвечивает проблемы в организме. На что надо обратить внимание в первую очередь? Например, вот у человека болит сердце. Он съел две ложки такого супа. Раз, сердце закололо. У тебя сейчас не колет сердце? Не колет сейчас? Мама, у меня сейчас голова от тебя взорвется, правда? Все-таки голова, значит. Ты же не говоришь, где у тебя болит? Да, и ты решила меня отравить этим корнем, чтобы снять все вопросы разом. Я же тебе сказал, ничем, мам! Ничем я не болею! Ну куда? Куда пошел ты сейчас? Ну куда? Нам еще надо придумать, как разговорить эту жену. Ой, значит, все-таки голова. Алена, здравствуйте. Здравствуйте. Простите, можно вас на минутку? Меня зовут Татьяна Васильевна, и простите, что я вот так сразу, просто обычно у нас принято, чтобы человек сам приходил. Что? Простите, я... Я быстренько объясню. Я состою в группе поддержки людей, пострадавших от мошенников. Вот 2 года уже туда хожу. Ну, так вот случилось однажды, что я все деньги, которые копила сыну на образование, вот так взяла, вынесла и чужой тете отдала. Простите, я спешу. Подождите, подождите. И в ту же группу ходит Иван Соколов. И вот он мне рассказал вашу историю, и я очень сочувствую вам и хочу помочь. Правда? Да. И даже убить меня не хотите за то, что такие, как мой муж, с вами сделали? Ну, нет, потому что вы же тоже пострадавшая. В этой истории вы пострадавшая. Вы же не знали. Ну, вам надо выговориться. Конечно. Ну, хотите, вот она я. Можем поговорить. А хотите, в группу приходите. Вам помогут. Нет, спасибо, я не хочу. Ну, подождите, ну, подождите. Ну, вы же так заболеете. Ну, честное слово, это же прямой путь. Сначала нервы, потом рак. Вот у нас одна женщина. Так, она заболела. Я очень вам благодарна за поддержку. И когда я буду готова, я обязательно найду вашу группу. А сейчас, простите, мне пора ехать. Всего доброго. Ты где там, Тём? Тём, Толик сказал, что тебе стало плохо. У меня чуть инфаркт не случился. Что такое-то? А?
Сынок, что случилось? Твоя диагностика. А где у тебя конкретно-то болит? А что, непонятно, что ли? Артем, а я знаю, кто убийца. Алена, жена Завадского. У нее алиби. Она в кафе сидела, и есть записи с камер. А ты эту запись сам смотрел? Просто некоторые заболевания провоцируют изменения в мозге. Появляется рассеянное внимание. Нормально. На, пиши, смотри и делай, что хочешь. Только перестань пытаться меня вылечить, пожалуйста. У меня температура вон, как у трупа уже. Все, все, все. Такое? Пожар? Что? Опухоль. Скажи мне правду. У тебя что, опухоль головного мозга, да? Мама, блин. Ну да. Головные боли, головокружение, рассеянное внимание – это первые признаки опухоли головного мозга. Мама! На, посмотри. Как по-другому ты мог пропустить вот это? Ты профессиональный следователь. Как ты мог упустить это? В день, когда убили Завадского, была жара. Вспоминаешь? Ну. А вот, видишь? А накануне была гроза. Накануне. Смотри. Видишь зонтик? Ага. Видишь? Ты что, можешь мне рассказывать, что у тебя все нормально? У тебя все нормально? У меня ничего не нормально. Я тебе сейчас крепкий чай сделаю, Тём! Здрасте. Подготовили записи? Нет, а ее удалили. Даже не представляю, кто мог это сделать. Какой номер этого столика? Первый столик. Мне нужны чеки за среду, выбитые на первый столик. Чеки, выбитые на столик, за которым сидит Завадская, также не совпадают по видеоряду на записи. Там в это время сидела вообще целая компания с коктейлями, с закусками, а не с одинокой чашкой кофе. Да чтоб тебе. Что-то случилось? Да с новым телефоном разобраться не могу. Старый утопил на днях. А как же так случилось, Павел Михайлович? Ты давай не отвлекайся. Лучше объясни, почему официант видел Завадскую в среду. Потому что она там была. Но не с 6 до 7, как сказала, а с 4 до 5. С 6 до 7 она там была накануне, сидела в этом кафе, чтобы камеры зафиксировали ее присутствие. А в среду она подменила записи. Каким образом? Она хакер, что ли? Ну, выяснилось, что да. Она работала в IT-компании не секретаршей, а программистом. Просто с деликатной специализацией. И ее по документам провели иначе, чтобы конкуренты на нее не вышли. А мотив? Не знаю, может, она не хотела делиться совместно нажитым имуществом. Причем совместно нажитое в самом прямом смысле этого слова. Вполне вероятно, они с мужем работали вместе. Так, ну-ка давайте поподробнее про этот семейный подряд. Разрешите? Разрешаю. Артем Дмитриевич, там к вам Татьяна Васильевна говорит, что очень срочно. Толя, я занят, я на совещании тут.
Ну, не можем мы заставлять Татьяну Васильевну ждать, так сказать. А Полина пока документы подготовит, да? Ну, скажи, что сейчас придет. Да. А, вон, вон она, вон она. Ты к себе уже отношения завел. Может, мама пасти перестанет? Ну? Я разберусь, Павел Михайлович, разберусь. Да? Всем, да. Ну, тогда от меня привет. Передам, хорошо. Разрешите? Разрешаю, да, разрешаю. Вся надежда только на вас. И я вам так благодарна, что вы приехали. Просто... А вот. Артем, познакомься, пожалуйста. Это Зарислав Тихомирович Иванов. Быстров, Артем. Это лучший специалист по опухолям головного мозга. Всего доброго. Нет, нет, подожди, остановись! Стой, говорю тебе! Это светило. Ты знаешь вообще, чего мне стоило притащить его сюда? Ну, если ты боишься мне сказать свой диагноз, скажи специалист. Мама, я на работе. Мне ехать на задержание. У меня нет времени слушать твой бред. Все, о себе не думаешь, о матери-то подумай. А сейчас инфаркт будет. Все. Вы консультируете по фальшивым приступам? Охотно. Пожалуйста. Ой, ты что несешь, а? Ну, матери плохо, а ты что такое несешь? Ты что такое творишь, Тём? Тихо. Надо просканировать сердечную чакру. Ты где его откопала? На форуме специалистов. У вас на сайте написано, что у вас медицинское образование. Ты что сейчас решил, камешком, что ли, сына моего лечить, а? Шарлатан! Если вам не подходят мои методы, вы все равно должны оплатить мне гонорар. Я сейчас оплачу тебе такой гонорар! Я тебе сейчас оплачу! Все, вам лучше уйти. Паразит! Сразу бы предупреждали. Будьте здоровы. Клоун несчастный, а! Ты посмотри, он изображает тут из себя, камешком машет. Паразит, а? Артем, да. Скажи мне свой диагноз. Я найду лучших специалистов. Мы со всем справимся. Тём! Мама, у меня нет никаких диагнозов, потому что я с Полиной, мам! Ну, что ты врешь сейчас, а? Что? Ну, я сразу вижу, что ты врешь. Мама, я тебе говорю правду. Я с Полиной. И я с ней сплю, поняла? У меня с ней серьезные отношения. Все, и тебя я попрошу не вылазить в это. Ты что, серьезно, что ли? Ну, извините. Да лучше бы ты болен был. Тьфу-тьфу-тьфу. Ни в коем случае. Тьфу-тьфу-тьфу. Мам, смотри, как я могу. Ножками перебирай. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет. У вас еще какие-то вопросы? Алена Владимировна, вы же грамотный человек. Вы должны были понимать, что подмена записи в кафе проблему не решает. Есть записи городского видеонаблюдения, на котором несложно определить маршрут, если знаешь, кого искать. Водичка-то теплая? Да. Как тебя зовут? Паша. А меня Полина. Вы можете позвонить кому-то из родственников, чтобы забрали мальчика? Не хочется его пугать. Боюсь, вы с правосудием надолго. Да, конечно. Мам, ты куда? Паш, ножками перебирай. Если в видеозаписях из кафе произошла какая-то путаница, это не означает, что меня там не было. Может, я ошиблась со временем. Иногда вместо того, чтобы сидеть в кафе, я гуляю, пока жду сына с тренировки. И удивительным образом, во время этой прогулки оказались в другом конце города. Как раз рядом с баней, где убили вашего мужа. Алена Владимировна, в вашем доме сейчас проходит обыск. Ваш ноутбук уже изъяли. И я уверен, что нашим специалистам там будет что посмотреть. И чем быстрее вы начнете помогать следствию, тем больше у вас шансов вновь увидеть сына до того, как он окончит институт. Я это сделала ради Паши. Расскажите поподробнее. Когда мы познакомились, я работала программистом. Жила за компьютером. У Максима был свой бизнес доставки еды. Как-то он подменил курьера, привез мне обед. Мы познакомились, начали встречаться. Максим все шутил, что я попусту
растрачиваю свои навыки. Что я могу зарабатывать гораздо больше со своими талантами. И как-то я согласилась попробовать. Это оказалось вообще несложно. Максим отвечал за общение с людьми. Он умел быть очень убедительным. А я за техническую сторону вопроса. Мы прилично зарабатывали. И я сказала, что нам нужен легальный бизнес. Доставка его давно закрылась, и Максим предложил открыть свой бар. Я согласилась, но это было моей ошибкой. Максим полюбил там сильно выпивать. Зачем бухаешь? Ты каждый день? Я предупреждала, чтобы он не увлекался. Все будет классно. Но он не слушал. Ты что, тебя не смотришь? Ну посмотри же! Когда он по пьяни проболтался Ивану, я поняла, что нужно заканчивать. Максим стал ненадежным. Рано или поздно нас бы поймали. И Паша бы остался один. Как в воду глядели. Да. Но Макс отказался. Я спорила, скандалила. Потом мне все это надоело. Я подала на развод. Максим был в ярости. Он же понимал, что без меня не сможет работать. И тогда он мне пригрозил, что при разводе заберет у меня Пашу. Что мне подкинут наркоту, и суд отдаст ребенка отцу. Макс понимал, что я сдать его не смогу, иначе он сдаст меня. И Паша останется один. И вот тогда я решила покончить с ним. Я предложила встретиться и все обсудить на нейтральной территории. Максим сам предложил сауну. Я сказала, что там может персонал подслушать. Но он обещал, что решит этот вопрос. Ну, а дальше все было легко. Двери! Люди! Откройте! Люди! Трясет. Панцирем от него закрыто, с ядовитым кубком. Не любит. А вот это вот с ребеночком даже. Ну что, правда, любит, что ли? До крови ранит сердце. Театр. Все, оно обманывало. Обман сплошной. Изображает чувства-то свои. Вот она, красавица, с голой грудью. Любит. А, двуличная. Страх из-за плеча. О, прям голые целуются.
Любит уж, любит, любит прям. Смотри, чё. Привет. Привет. Есть что поесть? Я не готовила. Да? Что, в этом доме теперь кормят только безнадежно больных? Здоровым не полагают? Слушай, у тебя есть теперь женщина, она тебя, наверное, накормила. Опять любовь. Ты что, правда ее, что ли, любишь? Мам, не начинай, пожалуйста. Ты сама пыталась нас свести. Забыла уже? Это когда был-то? Уж многое поменялось. Но ты мой сын. Если ты действительно ее любишь, я приму любое твое решение. Серьезно? Но если только любишь. Пей чай, очень полезный. Конечно, смотри, с какими ежами заварила правильный чай. Ладно, спокойной ночи. Да. И... спасибо, что помогаешь в расследовании. Правда, я это очень ценю. Спокойной ночи. Вот она язык показала. Не любит. Подглядывает из угла. Не любит. Нет, Полиночка во всей красе свои оскальчик показала. Это она выставила зубы. Любит. Значит, не любовь. Так что это ненадолго. Пойду на суфу разложу. Пусть каждый дом войдет любовь. И только радость я подчеркну в календаре. Все дни, которые важны тебе.